нормально. А как вы поете? У вас же вот проблема вот с голосом. Есть вот проблема с голосом. Я знаю, что вы рассказывали, я видел там на YouTube пару. Но вы расскажите тем зрителям, которые, допустим, этого не знают. Да нет, уже на самом деле это не секрет, уже все знают. Есть, да. Не то, что есть, были, скажем так, проблемы. Сейчас вот я вернулась в Германию, у меня была сделана операция, и предстоит еще одна в августе, последняя. Так. И, собственно, я буду вновь петь. Ну, вот просто это количество прожитых лет не проходит бесследно. Да, но это здесь сразу какие-то мысли про никотин, там, про... Нет, это никак не связано ни с каким курением. Мороженое. Холодно, это просто какие-то, наверное, профессиональные вещи, которые вот были, и вот сейчас пришло время как-то это все подкорректировать, но просто мы не ожидали, что это так надолго, что это не одна операция, что это займет время, восстановление. Нет, но в этом же есть такой шанс, такой Бонни Тайлер, такая, Сильвестра. Многие любят вот хриплый голос. Да, ну, что, может быть. В этом даже нет, сейчас есть я еще как-то разговариваю, я же вообще не говорю. Юля хуже намного разговаривала, 3 месяца назад вообще еле-еле было слышно. Неполиткорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале Москва 24.